Тревогу забили активисты местного ТОСа. На этом пустыре, по их словам, предполагается строительство школы и детского сада. По периметру скоро начнут делать сквер школьный. Этот проект стал одним из победителей программы «Комфортная городская среда». Забор стал для жителей микрорайона 3Б полной неожиданностью и никак не вписывался в их планы благоустройства территории. Вопрос вынесли на совет Южного микрорайона. Пригласили представителей администрации и депутатского корпуса. Один из застройщиков, Очков Денис Владимирович, самовольно огородил территорию земельного участка, предназначенного для дошкольного учебного заведения под будущее строительство. Он его огородил, будем говорить, не в частном собственно, а присоединил к своей застройке самовольно. Сейчас мы разговор с ним вели, ведем с администрацией, с муниципальным контролем, чтобы это незаконное ограждение снять. Уже на следующий день межведомственная комиссия администрации города вынесла решение. Захват муниципальной земли незаконен. Участок необходимо освободить. Демонтаж незаконно установленного ограждения будет производиться с 5 июня 2018 года. Межведомственной комиссией будет размещено на сайтах, в средствах массовой информации дата демонтажа данного ограждения. Теперь предпринимателю, который установил забор, дается неделя, чтобы самостоятельно произвести демонтаж конструкции. В противном случае забор демонтируют силами муниципальных служб. Татьяна Щекоткина, Ирина Меркурьева, Михаил Попов, Анапа регион.